Что такое бережливое производство? Зачем оно нужно и какие плюсы и минусы получает компания, внедряя эту систему? Как снизить цены на масло и сахар? И какое будущее у баров в жилых домах? Об этом мы не только будем говорить 8 апреля в прямом эфире Первого областного в программе «Готов ответить». Гость студии Максим Петров, исполняющий обязанности руководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области. Свои вопросы вы можете задавать, позвонив по телефону 761028. Программа начнется в 20:00. Ее также можно будет услышать и на «Экспресс-радио Орел» на 104 FM.